Таро, астрология, нумерология – это три столпа современной эзотерики. Имея на руках вашу дату рождения, нумеролог способен рассчитать ваш тип личности и судьбу, вычислить удачную дату для подписания важного договора или для заключения брака. А верят ли мирницы в эзотерику? Узнаем у прохожих. Подскажите, пожалуйста, как вы себе представляете нумеролога? Нумеролог? Ну, человек, который отчасти может предсказать будущее, а больше всего, который может направить тебя в нужном направлении с помощью цифр. Это человек, наверное, занимающийся счетом каких-то предметов, скажем так, да? Нумерацией, если это точнее. Ну, наверное, подсчитывает нумерологию, например, домов на улице. Как себе представляете профессию нумеролога? Такая профессия есть, да? Я даже не знал, честно говоря. Ну, я сам работаю с цифрами, и много цифр в моей работе. Ну, в нумерологию так, чтобы прям верить, не знаю, как-то не доводилось. Нумеролог – это который как бы по числам, по значению чисел определяет, допустим, рассказывает, что ожидается и так далее, прогноз. Экстрасенс только этот, с номерами. Наверное, это тот человек, который... не знаю, будет очень востребован в будущем, особенно где-нибудь в Якутии, потому что я думаю, что это на это сложно выучиться достаточно, и нужны люди, которые могут профессионально думать и понимать, что это. А может быть, вы верите в астрологию? Да, верю в астрологию. Ваш знак зодиака совпадает с вашим характером? Личностью? Да, честно сказать. Ну, как я понимаю, да. Какими чертами? Ну, общительность и, наоборот, скромность. Я люблю общаться с людьми, незнакомыми людьми люблю знакомиться, но одновременно боюсь знакомиться. Верите в карты Таро? Я думаю, что это нехорошее занятие, которое предугадывать нельзя, ничего там вдруг плохое, человек будет потом страдать, зачем? Я читаю астрологический вот этот прогноз, вот там бывает точно совпадает. Больше, наверное, в Таро верю, но в нумерологию тоже надо попробовать. Нет, вот в астрологию точно не верю. Вот. И второе, это карта, да, получается? Да, да, да. Тоже небольшой любитель играть в карты. Как показал наш опрос, большинство женщин знают эзотерические науки и верят в нумерологию. Мужчины же не так хорошо разбираются в этой теме. Елизавета Седых, Илья Шикуля, медиакомпания «Алмазный край».